Ассаламу алейкум, барша қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сержанкерлер, қазспорт арнасының эфирінде волейболдан. 30-шы Қазақстан чемпионаты, ұлттық лига. Бұл ойында Алтайға қарсы ойнау, әрине, ерекше бір жеңуге, ұпай алуға ертіс командасы ойыншыларында бір талпыныс. Болатындығы да жасырын емес. Сонымен қазір енді ойынның басталуына аз ғана минут қалды. Алғашқы құрам Кенжебаева, Финцева, Нарқұлова, Кодолай, Аникінова, Раденкин және Жанель Ноғайбаева. Қазір енді Мәдина Бекетке Ертістің құрамымен толығырақ таныстырамыз. 18 нөмірде Айгүл Мүлкібаева және 22 нөмірдегі Армине Галстян, Фарида Мәулен, Малахова, бұл жерде 23 нөмірдегі Анастасия Иванчук. Міне, Ерц өте жақсы бастады, блок бар, Малахова допты қабылдады және бұл жерде Иванчук допты асыруы қажет, блок қоюға дайын, бірақ Айгүл Мүлкібаева допты өткізіп қойды енді. Илья Рамангелді мен Айгүл Мүлкібаева, кәдімгі бой жаң ойыншылар, тосқауылға өте жақсы шығады. Ертістің еді бұл алғашқы ойыны емес. Ертіс командасы кеше Айқара көзден жеңіліп қалды. 3-1 есеммен олар өткенде Аруасан жеңді 3-0. Жалпы бұл маусымда 4-ші ойындарын өткізді. 4-ші турдағы 2 жеңіліс, 1 жеңіс бар. 3 ойында 3 ұпай еншілеген екен. Иванчук, әуелі тасырылған пас бар, және бұл жерде соққы сәтсіздеу болды. Сегодня остается и капитан команды Вероника Ткач. Есть скидка. Пикет возвращает. Маулен на приеме. Ну а тут двойной удастся преодолеть. Удается. Да. Очень неудачно, после этого касание все-таки происходит. Да, и Армине Галстян. Поскользнулась, по-видимому, да? Да, и столкнулась как раз-таки после этого. Оксана Нарқұлова. Это Мәулен с линии нападения пытается сильно под заднюю линию отправить мяч. Что больно еще, да, по-видимому, все так же, после того, что споткнулась девушка. Испытывает болевые ощущения и сразу заменяется в этот момент. Вместо нее Ткач как раз-таки появляется. Капитан! Опытнейшая, это можно сказать, опять же, в сравнении со всеми остальными. Более возрастная, эмоциональная девушка. Ну, а тут... Смазывает как-то Иртыш при моменте. Отлично, Мәулен. Да, и заступ за эту линию, за линию нападения был. Ткач, и заканчивается, собственно, первая партия. 25-9 у нас счет. Концовка целиком и полностью остается. Да и вторая половина, точнее, первого сета за командой «Алтай». Ну вот он, ключевой момент. Надеемся, что все в порядке с Арминой Галстян, которая получила повреждение. Вот спасибо огромное нашему режиссеру. Столкнулась с сеткой и, видимо, еще и подвернула ногу попутно. Вот такое применить. Определение. Развлекаются там Даница Раденкович и Надя Кадула, как могут. Ну и, в принципе, Иртыш тоже. Тоже в хорошем настроении. Посмотрим, друзья, что будет происходить во втором сете. Первая партия начиналась весьма и весьма многообещающе, но дальше Алтай включил, кажется, вторую скорость и просто пролетел по дистанции этой встречи. 20 минут они уложились, теперь второй сет, друзья. Но перед этим я напомню, что
Спонсор трансляции – официальный спонсор Федерации волейбола компании 1xbet. 1xbet – спонсор спортивных эмоций. Первый балл уже за командой «Алтай». Подача сейчас в исполнении девушек из Каменногорска состоится. Кристина Аниконова. Еще одна, скажем так, визитная карточка, что ли, «Алтай». Да? Человек, который прекрасно всем известен. Ткач. Ошибается Вероника. Да, как-то вкатиться немного. Понятно, что очень многие молодые коллективы испытывают страх уже перед «Алтаем» по факту. Еще до начала встреч. Чемпионы это. Участники там больших турниров. Но а где еще расти, если не здесь? Не в играх с таким-то соперником. Справляются прием. Даница Роденкович. Есть блок, но вау. Но все равно давайте отметим, Иртышу удается, по крайней мере, встретить здесь, перекрыть направление. Опять же, блокирующий. Джермашти Торос. Назгүл алды допты, Мәулен. Бұл жерде қазір блок өте жақсы. Енді осы жерді ұру керек. Зарина Сейтказинова. Аут, өкінші қарай аут. Я, бұл жерде Анастасия Смирнова. Даница Минсана. Сумен 25-9, екінші кезеңде тура 25-9 есемен аяқталды. Бірінші кезеңде 25-9, екінші кезеңде 25-9. Осылайша, құрметті көрермен, бұл ойынның екі кезеңінің қорытындысы бойынша есеп 2-0, Алтай командасы алды. Сумен қазір... Үшінші кезеңді бастайтын Алтай командасы. Есеп 1-0. Кулова. Өте әдемі блок. Ирина Сетказинова тоже получает свое время. Самый концов, правда. Хороший удар от Диляра Мангельде. Вылетает мяч. Токарева очень жестко встречает. Да, эти сильные удары. Серьезно. Жесткий прием.
вернулся к казино. Короткая скидка, но поздно взлетела, да, вот это Мулькибаева. Точнее, тут ошиблась уже связующая. Которая сделала это чуть раньше. 24-14, вот он матчпоинт. В принципе, прямо здесь сейчас уже Алтай может закрыть. Прием. И вот так продолжает борьбу Фарида Маулен. Вячеслав Ходус явно доволен появлением такой волейболистки. Ну, это что, 4 тура позади. И подача Фариды будет сейчас завершать эту встречу. Наверняка посмотрим. Матчпоинт. Опять Фарида умеет и рискует время от времени. Сетка помогает. Отлично. 24-16. Остается в позиции Фарида. Кто там? Один из запасных вскочил. Маулен. Принимает. Один он продолжает. А тут, в принципе, ловит у сетки переходящий мяч Кристина Аниконова и ставит точку в этой встрече. 3-0 победа Алтая. 21-й Виктория. 21-я победа в чемпионате в Национальной лиге по волейболу. Но продолжают доминировать тотально, причем в нашем волейболе девушки из Усть-Каменогорска. Хурмет Курмидер, я матч 4-0 себе аяқталды. 25-9, 25-16, 26-16 есебімен. Алтай командасы еш күмәнсіз жеңіске жетті.